каждой школе День знаний – день особый. Готовится к нему загодя и с особой торжественностью. Для кого-то это последняя школьная линейка, для кого-то первая. И первоклашки, и родители заметно волнуются, ведь сегодня у них начинается новая жизнь. Как бы для нас это большой праздник, как бы новый этап ее жизни начинается после садика, как бы уже более взрослая жизнь, начинает думать, осознавать свои как бы действия. Ну, конечно, тревожное такое вот чувство, но с особой такой радостью, потому что мы сюда на подготовку уже ходили в эту школу, ну, вот лицей. Сейчас ей очень хочет уже учиться. Ну, конечно, с особыми словами хочется обратиться к нашим малышам. Они такие красивые, маленькие. Пришли к нам в школу, чтобы 11 лет, через 11 лет получить аттестат о среднем образовании. Для них сейчас все новое. И учительница новая. И все новое. И стены, и традиции. Но я думаю, что все будет хорошо. Мы постараемся сделать, чтобы вам, ребята, было в школе уютно, тепло и комфортно. Каждая школа как отдельное государство со своими законами, а главное – неповторимыми традициями. Поэтому с полной уверенностью можно сказать, что в каждой школе День знаний проходит по-особому. Так отмечают День знаний в лицее номер 8. В гимназии номер 1 тоже все проходит по-особому. Сегодня праздник, школьный праздник. Идем со знаниями в поход. Сегодня праздник, школьный праздник. Встречаем мы учебный год. Впереди малышей ждет много интересного и неизведанного. И сегодня, может быть, они до конца и не понимают, что для них начинается что-то новое. Но уже завтра, придя на свой первый урок, они поймут, все стало по-другому. Принимает часто школа ребятишек в первый класс. На сегодня день особый. Мы пришли, встречайте нас!